покажете хорошее сэр. Че особо? Чем такая? Порадуется. Че это тебя туда унесло-то? Неожиданно. Включи биком, чтобы я видел. Я ж вообще теперь не вижу. Так, третий. А какая считается третий? B10-0D1. А, понял. Какой мой? Первое. Какое ключи? А, вот, все. Опции. Да все, все. Enable window beacon, я тоже включил. Ага, вижу тебя все. Только не говори, что да, тут летит 172. Соседняя система. А, нет. Там совсем а следующая тоже соседняя система. Кстати, я забыл, солнце в этой игре немножко старше, да? Поэтому другой спектральный класс. Здесь 4. В реальной жизни класс... Вот в этой системе, в которой мы сейчас, 4 звезды. Да-да. И мы на орбите коричневого карлика будем сейчас. Угу. Так говорю, я так понимаю, в этой игре солнце старше, да? Поэтому другой спектральный класс. Так. В реальной жизни спектральный класс Джинни. Сабдвор. А в игре вроде спек... Ты про наше солнце? Да, про наше. Да, а что еще называют солнцем? Я что, смотрел какой-то спектральный класс? Я сейчас прям посмотрю. Мне просто казалось, что в игре любой спектральный класс. Сол, да, К. Чё, он прям за 1000 лет спектральный класс, думаешь, сменил? Да вот я тоже что-то сомневаюсь. Целлофан какой-то на базе, короче. Базу я еще не видел. Прокаешь? Не все понял. Надувная какая-то база.
Jakie? Na dolne. Coś tam drugie. Wsi. Ворота такие же. А эти какие-то странные конструкции. Ой, там внутри что-то есть. Все. Как внутри? Внутри этих куполов что-то есть. Это растения. Это теплицы. О, подожди. Мы были на research. А, да. А сейчас мы на agriculture. Что значит ари? Может там Г пропущено, agriculture? Да, пропущено. Потому что тут капуста растет. Это хрень. Морковка. И картошка. Всем известно, что любому звездному путешественнику может с тобой иметь картошку. Ни разу космических теплиц не видел. Космических чего? Теплиц. Блин. Хорошо, что день. Но да. Это не день, это вечер. На спинах ночь. На спинах ночь. Это скрин. Это вчерашняя база скрин. Я же оттуда улетал. Да. Новый просто. Я сегодня по скрине высваливал. Да. Я не понял, вроде новые, но... А, они very common, ну, так что я понял, нет смысла. Мелочь, но приятно, то есть. Как very common? Very common. Так, это... Manufacturing material. Ой, датчик активно, как с ним делать? Там на каждой базе вот такие логи. Я вчера не осилил. Пытался посчитать все. То есть можно летать сколько угодно и посмотреть на руки эти плюс. На 94% уже. 1% сделал на 5% быстрого хождения. Вот я вижу тебя, снижаюсь. За 41 тысячу, за 41 километр видно уже. Вроде не управляем. А, о, управляем. Сканировать-то можно? Я прилетел, видишь меня? Слышишь? Нет, я в туролике. А, я был это вроде корабль приходящий должно быть. Наружены новые данные. Засекреченные данные. Ой, датчик сложился. Где? Как сложился? Ну, обычно. Тебе не дали бы сканировать? Я его просканировал, и он сложился. Так, что тут еще? Датчики неактивны. Да, действительно. Вот, подключить. Блин. Включение. Далеко. Не сканируюсь. Вижу, ты ползаешь. А, вот, ближе надо было подъехать. Это миссия 2 из 6. Thank you.
Совсем рельеф другой, они на какой-то краю пропасти вообще стоят. Да-да. Ты шасси там не забыл? Нет. А ты видишь, что ты опускаешься за холм. Бздынь. Забыл? Подожди. А, ничего ты был. Нет, не забыл. Я такой бздынь был. Странно. Ты же все равно с тобой, я все равно отсюда вот. Ты же как-то сел в лапу. Теперь не больно. Знаешь, какая вещь? Бзи. Ну видишь, что такое? С такими звуками. Ага, я вижу. Первую и шестую еще. А то здесь никаких запчастей не валяется. Слушай, а? Зато можно капусту наливать. СВГ не заправляется больше, когда на эту влазишь хотя бы. Раньше вроде автоматически не заправлялось. А, всегда так было. А заправляешь ты его сам. Сейчас я короче его заправлю. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6 нет. Ой. Не, еще не надо. Датчику подъедь, он будет у тебя крутиться, скорее всего. У меня начал крутиться, когда я подъехал. Он слаб, ничего не фиксирует. Просто не знаю. Так. Получено. 5 из 6. Б. Подожди. Я шестую. В этом. Это сейчас тоже соберу, так потом посчитать. Смотрю, это интереснее, чем. О, кажется, сейчас я нашел. Шестая. Не спойлери пока. У меня это все по-русски. Бе. Да. Сгнившая капуста. Ой, ранг повышен. О, туда можно даже залететь, реально капуста. Слушай, я не ожидал увидеть вылететь. Так я и залетел. Модельки капусты. Ранг перерадиации пилотов мы зачем-то повысили. На автомате. Неверан, блин.
Нет, написано было. Федерация пилотов, теперь вы новичок. Что за федерация пилотов? А я откуда знаю? Ну ладно. Опять две пчели рядом. Уперся в стену. Я просто пока камеры включу. Делаю скриншоты. Справа. Я один уже просканил. Нет, это ты просканировал данные миссии, а там вон датчик, такая труба оранжевая с фонариком. Ага, сейчас. Вот его надо сканить, там какие-то секретные данные. Так, а где он? Вот как едешь, вот чуть-чуть левее возьми. Вот видишь комплекс следующий. И вон оранжевая дура торчит. Ага. Да, это по интеракте. Не был такого, не точно. Вот его сканируют. Поднялась. Прикольно, коричневый карлик. Угу. Внезапно, да? Угу. Да, так близко, глянь, вообще. Ну, в общем-то, и света дают неплохо отсюда. Ну, а звезда все-таки. Не ляпте. Звездень. Надо куда-нибудь встать в красивое место. Это есть красивое место. Я из теплицы уже посмотрю. Так. Медат искавит, полдата в комнате, Modified Consumer Firmware. Specialized Legacy Firmware. О, сейчас опять. Что тогда про скание посмотрим. По-моему, такие вот модули были, а вот теплиц не было. Конечно. А все остальное, по-моему, такое же. На прошлой базе какие-то бочки. Ну, бочки понятны, кислород, там, топливо. Ладно, это пофиг, а вот домики все новые. Мне кажется, или туман какой-то в воздухе. Туман есть, да. От фара, вот особенно со стороны, это заметно сильно. Так, бета. Это бета, да, у нас? Так, сначала посмотрим, что такое за секретные данные. Секретные данные почему-то не прочитали. Ну ладно. Ты типа собрался тоже пишешь? Мне очень нравится красивая станция и живописный, блин, пейзаж. Надо еще кобылу сказать. Проект Династия, да, все-таки. Ты где-то это прочитал сейчас? Вот я читаю об этом миссии. А, ну правильно. Правильно, Настя. Так, для чего он думал, ты не знаешь. Так, это 3, 4, 2, то есть мне нужно идти. Еще две. Тут классно.
даже не столь жутко, как на прочном. Тут даже работать не можно. Ё-моё, ну так вообще чё? Нельзя. Ну, шестую так. Прочитаешь, тебе не понравится. Окей. Такая была. Я бы не сказал, что тут все очень хорошо. Начиналось. А, ну начиналось-то, да. Все хорошо начинается. Датчик прикольный. CI. Угу. Еще одну, кажется, пока не найду, пока скрипнем. Ну тебе уже обсудить не терпится. Мне интересно просто. Сейчас. Сейчас. Это безобразие. Сейчас. Где последний момент, а? Где-то тут должно быть. Там. Если мы... Энди Бук, Найк, Сокрил, Бунт, Испортил. Забыл как Battlefield, кто у нас он принц. Подумаю вернуться назад. Подожди, получили какой-то сигнал, который они не ожидали. А второе предложение можешь перечитать моего что? Четвертое или шестое? Вчера перехватили какой-то сигнал. Кажется, команда этого не ожидала. Встряска получилась неплохая. С этой части космоса встряска. Определенно что-то не так. Встряска, значит. Так, я. 52, 11, 11. Так, даже мне нужно посадить гаммы. Гамма тоже на 1 октября сказала, что я не словит сигнал. Ей тоже перепугались в то же время. 11 ноября. Last patch of how would you to date? Facebook arch to get on to the group chat again. Рандомиус. Рандомиус? А что там 5 из 6? Тоже там? Там тоже рандомиус? Да, это имя. А, ну, типа какого рандома? Так. Так, а что в это время творилось на камере? Тоже 11. Most Strange Light. И тоже отказала оборудование. Очевидно. Они выйдут еще остаться. Она будет. Так, 29 ноября. We can fix it, хотя бы играть из дед. Lucky Rain System Visit Habitable World. Да ладно, в этой системе есть планет Земля, типа, чё-то я не вижу. If sent a distress call, but who knows, one will ever... Может быть, они имели в виду ближайших системах,
там что миссии же по разным звездам раскинуты. Да. Алорхей. Какой тем подносит? Anyone finds this fairly much. Подожди, как такое можно быть? Так, на самом интересном месте. Честное слово. Так, инвалид. Гэдденчелс. Секунду, Гэдденчелс. Да, тут так. Что значит Гэдденчелс? Как у тебя переведено? Crucified Scandalous. Да, куда смотреть? На один из секретных вот этих, которые... Выявлено нарушение прав доступа, замещение команд принято, предоставление данных, выгрузка базы данных, все. А, вот это переведено, окей. А на второй обнаружена попытка взлома, команда, осуществляющая такую систему, проигнорирует данные доступа для скачивания, выгрузка базы данных. Хорошо. То есть нам не дали ничего. Ну то есть обошли вроде. Это взломано. Так мы же ничего не скачали. Или нам бы не дали скачать журнал, если бы мы не взломали. Как ты? Не знаю, я первый журнал скачал. Блин, тут клёво, какая-то чудовая техника была запущена. Где роверы, которые должны быть здесь прийти? Что-то ничего нет. А, вот живой модуль, который будет на пушке пойти. Ты уже поехал? Я вот собираю камушки. Хорошие камушки. Хрень всякая. Ладно, это что, нам было? У меня все это есть. Все понял. Фанатик, кажется, он мне нужен. Это в деревне. Это нет? Что-то еще осталось. Железо. Место. Удачно в поездке. Дороги. Еще будут. То есть, получается, они спустились обратно на планету и кончились тут? Хрен. Или они кончились на орбите? Неизвестно. Ищите нас его. Вот и все. Ну, короче, можно не искать. Больше ничего, да, искусственного нету, вроде нет. Курва. Чего надо? Чёрт. Чё это вообще значит? Сам к нам пришел и спрашивает. Да.
Все надо. В смысле? И все. Нет. Ой. Что было? Хотел скрин сделать. Хотел скрин? Скрин чего? Взрыва? Нет, ты просто так стоишь под этим. Под звездой этой класс. Сейчас. Так мы тут все стоим под звездой. У меня фары включены, у тебя нет. Угу. Надо сразу. Ты там жрёшь опять? Значит опять. Выключи, пожалуйста, фары. Саш, очень сильно. Ага. Спасибо тебе. Очень сильно выключить? Очень сильно. Да, лобовом этом стеклении отражается туманность. Стоя вот это. Вот печаль. Почему печаль? Печень. Печень. Ладно, поехали. О, надо было случайно повесить. Дождь. А я боюсь. Тут вообще все страшно. Начинаешь метаться под полком? По-моему, она такая. Нет, побольше. Там на предыдущей все компактно. Пошире она. Компакт не как-то рандомная просто. Но здесь она рядами как бы стоит. А здесь рядами, да, организованно. А, вот сразу топологии, видно. Да, скажем. Сразу видно, где ученые, а где, наверное, на ее. Где копченый? Да. Рельеф хороший. Ой, тень твоя ползет. А у них с тенями опять баг. Запчасти отдельно сбрасывают тень. Да, но у твоего корабля тень нормальная. От когда от своего смотришь? Да, от своего неправильная. А у них это баг уже полгода. Я еще полгода это запустил. То, что ты постоянно шипишь. Сдувается. Не, скорее наоборот. Ну тут сдувается. Подтравливает. Зачем? Чибикан так далеко. Он вокруг. Вокруг солнца, да. Звезди. В том-то и дело, пока разгонишься. Я имел бы 3 спутника. Давай его своруем, как эти. Куда ты его поместишь? У меня даже на одну тонну нету как. Ты в спутник зачем-то въехал? На буксире? Нет. Угу. Нет, я рядом вишу. А у меня ты в спутнике. Куда мне отлететь?
куда мне улететь? Вперед, продвинься. Вперед? Если я продвинусь вперед, я реально уеду. И часто от него у меня отъехал. Ну это бывает. То есть он сзади меня. Угу. Он меня сейчас перебил. Ну короче, спутник такой же и тоже молчит. Угу. Двигаем дальше. Ну что? Ой. Ты в него въехал? Чуть меня развернуло. Нет. Панелька задела хвост. Он же крутится. Начало поворачивать меня. Ага. Все нормально. Чтобы он не молчал, нужно ждать определенного времени, да, чтобы он начал транслировать. Эй, хрен с ним, буквы будет какие-то говорить. Угу. Их и так все уничтожилось.